Тем временем полиция поймала лжеэлектрика. Мужчина нажился на доверчивости пожилой Ярославны. Все подробности расскажет начальник отдела информации и общественных связей областной полиции Марина Кокуева. Она на прямой связи со студией. Марина, здравствуйте. Вам слово. Павел, здравствуйте. Ранее в полицию Ленинского района Ярославля поступило заявление пенсионерки о факте мошенничества. В квартиру пришел незнакомый мужчина, который представился сотрудником энергетической компании, предложил проверить и отремонтировать электросчетчик. Установлено, что заявительница впустила его в квартиру. Мужчина сделал вид, что занимался ремонтом и взял за работу 2600 рублей. В ходе проведенной проверки установлено, что молодой человек не оказывал никаких услуг по ремонту. Полицейскими установлен подозреваемый в совершении мошенничества 31-летний ранее судимый житель Ярославля, которым даны признательные показания. Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Напоминаем, уважаемые пенсионеры, будьте осторожны, не впускайте в квартиру незнакомых людей, какие бы предлоги они ни называли.